Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, не спосылающий нам милосердие Твое. Красная армия наступает очень быстро. Гитлер ничего не сможет сделать, даже если бы захотел. Да, именно так. Мы сомневались даже в его намерении уничтожить нас. Он истребит целый народ, нацию, населяющую столько стран, столько миллионов людей в середине 20 века. Каким образом? На следующий день пришло новое тревожное известие. С согласия нового венгерского правительства немецкие войска вступили на территорию Венгрии. Тревога расползлась по городу. Один из наших друзей по имени Берковиц рассказал, вернувшись из столицы. Будапештские евреи живут в постоянной тревоге. Антисемиты все чаще устраивают провокации на улицах и в поездах. Фашисты громят наши магазины, вламываются в синагоги. Положение очень серьезное. Не прошло и 3 дней, как танки немецкого вермахта уже проехали по нашим улицам. Мы пришли в ужас при виде немецких солдат в стальных касках с эмблемой в виде черепа. Thank you.
Немцы арестовали руководителя еврейской общины. Ужасная новость. Предстоит депортация. Гетто будет полностью ликвидировано. Всем жителям предстоит освобождать одну улицу за другой. Все начнется завтра. Каждый имеет право взять с собой только личные вещи. Заплечный мешок, немного еды и одежды. Больше ничего. Венгерские жандармы, появившись в гетто, драли глотки на соседней улице. «Евреи, на выход! Живо, живо! Не задерживайтесь!» Венгерские жандармы били прикладами и дубинками жителей гетто, стариков и женщин, детей и коллег, всех без разбору. В час дня наконец-то дали сигнал выступать. С этого момента все начало происходить. Очень быстро начался путь к смерти. Наша колонна потянулась к вокзалу,
где на путях стоял товарный эшелон. Венгерские жандармы загоняли в вагоны для перевозки скота по 80 человек. Проверяли, крепко ли держатся решетки на окошках. Каждой группе полагалось немного хлеба и несколько ведер воды. Двери опечатали, назначив старших. В случае побега хоть одного из нас, остальным грозил немедленный расстрел. Долгий пронзительный свисток вспорол тишину. Заскрипели колеса. Мы тронулись в путь. Двери захлопнулись. Все мы оказались в тесной ловушке. Затем двери были заколочены. Пути назад больше нет. Мир сузился до размеров опечатанного вагона для перевозки скота. На третью ночь все спали, сидя и стоя, прижавшись друг к другу. Тишину разорвал леденящий душу крик. «Огонь! Я вижу огонь! Я вижу огонь!» Женщина указывала рукой на окно и вопила. «Смотрите! Да смотрите же! Там огонь! Адское пламя! Царь небесный, спаси меня от этого огня!» Мужчины приникли к решеткам, но не увидели ничего, кроме ночной мглы. Мы были не в силах заглушить наш страх, поэтому каждый успокаивал себя мыслью. Бедняжка совсем рехнулась. Она все кричала и кричала, задыхаясь от рыдания. «Слушайте меня, евреи! Я вижу огонь, языки пламени, погребальный костер!» Вскоре поезд прибыл на какую-то станцию. Те, кто стоял у окна, прокричал вагон, надпись на табличке «Освенцим! Аушвиц!» Никто никогда не слышал название этой станции. Вдруг женщина слова подала голос, подобный звериному рыку. «Евреи, смотрите, смотрите на огонь! Узрите пламя!» Поезд остановился. И на этот раз мы увидели огонь. Языки пламени взлетали высокой трубой в черное ночное небо. Внезапно дверь открылась, и в вагон запрыгнули странные люди в полосатых куртках и в черных штанах. Каждый держал в одной руке дубинку, в другой – электрический фонарик. Они колотили нас и кричали: «На выход! Все оставить в вагоне! Быстрей! Быстрей!» Перед нами огонь над трубой, в воздухе запах сгоревшей плоти. Около полуночи мы на месте, Биркенау.
мужчины налево, женщины направо. Четыре слова, произнесенные спокойным, безучастным тоном. Я шел дальше со своим отцом, с другими мужчинами. Я не знал тогда, что на этом месте, в это мгновение, мы расстаемся навек с моей мамой и с моей сестрой Цепорой. Я шел дальше. Лучше бы вы удавились там, где вы жили, чем приехать сюда. Можно подумать, вы не знали, что творится в Освенциме. Видите трубу? Хорошо видите? Огонь видите? Именно туда вас и отправят. Там вы и погибнете. Еще не поняли, кретины? Вас поджарят, вас сожгут, вас испепелят. Мы окаменели, потрясенные жесткими словами. Все это походило на бред, на немыслимый, жуткий кошмар. Мы должны хоть что-нибудь сделать. Они гонят нас, как скот на бойню. А мы так боимся, что даже не пытаемся сопротивляться. Недалеко от того места, где мы стояли, из рва залетало в небо жадное пламя. Там что-то жгли. К краю подъехал грузовик и вывалил в яму свой груз. Это были дети, мертвые дети, трупы маленьких детей. Я видел их собственными глазами. Дети, объятые огнем. Я судорожно ущипнул себя за щеку. Что это, сон или явь? Я жив или уже умер? Здесь сжигают мужчин, женщин и детей. А мир молчит. Все вокруг плакали. Кто-то начал читать кадыш, поминальную молитву. Не знаю, случалось ли это такое в истории еврейского народа, чтобы люди читали поминальную молитву по себе. Да, возвеличится и светится великое имя Его. Впервые в жизни в моей душе зародился протест. Почему я должен славить Его имя? Привечный, владыка мира, всемогущий, грозный Бог молчит. Так за что же мне благодарить Его? За что?
Никогда не забуду ту ночь, первую ночь в лагере, превратившую мою жизнь в ночь без конца, в ночь, запертую на 7 замков. Я никогда не забуду тот дым, я никогда не забуду маленькие лица детей, чьи тела перед моими глазами бросали в огонь, полыхавший под безгласной лазурью небес. Я никогда не забуду пламя, без остатка пожравшее мою веру. Я никогда не забуду ночную тишину, навсегда лишившую меня желания жить. Я никогда не забуду те мгновения, что убили моего Бога, а мою душу и мои мечты превратили в душную пустыню без людей. Я никогда ничего не забуду, даже если буду обречен жить вечно, как сам Господь. Никогда.
вошел пухлак Бога и сесовец, принеся с собой запах смерти. Вы находитесь в концентрационном лагере в Освенциме. Запомните это и не забывайте ни на минуту. Вы в Освенциме. Освенцим не санаторий, это концентрационный лагерь. Здесь работают или отправляются в дымоход, в газовую камеру. Работа или газовая камера. Выбор за вами. Трое заключенных принесли стол и медицинские инструменты. Каждый должен был закатать левый рукав и подойти к столу, где старожилы иглами накалывали на наши руки цифры. Я стал номером А7713. Другого имени у меня отныне не было. Меня теперь интересовала только моя ежедневная тарелка супа и мой кусок черствого хлеба. В них заключалась вся моя жизнь. Я превратился в тело. Меньше того, поголодавший желудок, он один отсчитывал время. Раскрываю ты, а я.
Я видел впоследствии много казней через повешение, и ни один из приговоренных не плакал. Иссохшие от голода и горя люди забыли соленый вкус слез. Но одно исключение все-таки было. Речь идет об одном подростке, обслуживавшем капо. Его звали Пепеле. Мальчик 12 лет с тонким и невероятно красивым лицом. Когда в Буне взорвали электрическую подстанцию, за дело взялось гестапо. В блоке, где жил этот мальчик, нашли тайник с оружием. Маленький Пипель был посажен в лагерный карцер. Его мучили, но он молчал. Эсэсовцы приговорили к смерти его и еще двух заключенных, у которых нашли оружие. Мы вернулись с работы и увидели на плацу три черные виселицы. Перекличка. Вокруг нас эсэсовцы. На вышках пулеметчики. Все как всегда. Трое скованных цепями узников. Один из них – мальчик Пипель, ангел с печальными глазами. Эсэсовцы выглядели более озабоченными, чем обычно, даже встревоженными. Не так-то просто повесить ребенка на глазах у тысячи свидетелей. Комендант лагеря зачитал приговор. Взгляды всех, кто стоял на плацу, был прикован к осужденному. Он был смертельно бледен и почти спокоен, только губы кусал. Тень виселицы закрыла его полностью. Приговоренные влезли на стулья, каждому на шею. Одновременно накинули петлю. «Да здравствует свобода!» Прокричали оба взрослых. А мальчик промолчал. «Где же ты, то добрый Господь? Где он?» Произнес кто-то у меня за спиной. Комендант подал знак, и стулья с грохотом опрокинулись. Настала мертвая тишина. Солнце катилось за горизонт. Мы плакали. Надеть шапки. Началось традиционное шествие. Повешенные мужчины были мертвы. Их высунувшиеся распухшие языки стали синими. Но третье, детское тело, все еще дергалось в петле. Несчастный Пипель целых полчаса умирал у нас на глазах. Находясь между жизнью и смертью, он отчаянно боролся за свою жизнь, а мы вынуждены были смотреть ему в лицо. Поравнявшись с виселицей, я увидел его окровавленный язык и не до конца потухшие глаза. Кто-то из шедших за мной повторял: «Где же ты, Бог?» Голос у меня в голове ответил: «Где он? Где он?» Здесь болтается в петле. В тот вечер у супа был трупный запах.
лето катилось к закату. На плацу, обнесенном колючей проволокой под туком, в благоговейно напряженном ожидании молча стояли тысячи людей. «Кто ты есть, Господь мой?» — с гневом вопрошал я, в сравнении с страдавшимися, которые сошли здесь, чтобы прокричать тебе слова веры, гнева и возмущения. Чего стоит твое величие, царь вселенной, перед лицами этих людей, истерзанных, изможденных и как будто уже тронутых тленом? Зачем ты терзаешь их больные души и искалеченные тела? Благословите Господа, благословенного. Голос кантора напоминал шепот ветра. Благословенно имя его во веки веков. Тысячи голосов повторяли слова благословения, склонившись в поклоне, как деревья в бурю. Почему? За что я должен благодарить его? У меня в душе нарастал протест. Неужели за то, что детей тысячами сжигают во рвах? Или за то, что он допустил, чтобы 6 газовых камер работали день и ночь, и в праздники, и в шаббат? За то, что он всесильный создал Освенцим, Биркенау, Буну и великое множество других фабрик смерти? Разве могу я сказать ему: будь благословен ты, Всевышний, Владыка мира, избравший нас из среды народов, чтобы истязать денно и ночно, чтобы смотреть, как идут в газовые камеры наши отцы, матери и братья? Будь благословенно твое свое святое имя, ведь ты избрал нас, чтобы принести в жертву на твоем алтаре. А я еще недавно убежденный мистик думал: да, человек сильнее, великодушнее Бога. Когда Адам и Ева нарушили твое предписание, ты изгнал их из рая. Когда провинилось поколение Ноя, ты наслал на людей потоп. Разгневавшись на Содом, ты пролил дождем серу и огонь и не спроверг всех жителей этого города. И что же делают люди, которых ты обманул, те, кого ты позволил мучить, резать, травить газом и сжечь? Они молятся тебе: славься твое имя. Все творение твое свидетельствует о величии и мудрости Бога. Сегодня я ни о чем не молил. Я чувствовал себя несказанно сильным. Я стал обвинителем, Бог обвиняемым. Я прозрел и понял, что остался один. Я был чудовищно одинок в мире без людей, без любви, без милосердия и без Бога. Я обратился в прах, но чувствовал себя сильнее всесильного, с которым так долго была связана моя жизнь. Kol adoy shem chotzev la'voseish. Kol adoy shem yachil midbar midbar. Midbar midbar. Yachil adoy shem midbar midbar. Oh!
Теперь находились в разных блоках. Меня перевели в другую строительную команду, где я по 12 часов таскал тяжелые камни. Старостой моего нового блока был немецкий еврей, невысокий человек с проницательным взглядом. В тот вечер он объявил, что никто не должен выходить из здания после ужина. Вскоре по лагерю разнеслось страшное слово – селекция. Мы знали, что это значит. Придет фашист, устроит осмотр. Если найдет доходягу, так мы называли самых слабых, запишет его номер для отправки в газовую камеру. Мы собрались в проходе между нарами. «Вам повезло, вы попали сюда так поздно», — говорили старожилы или ветераны, как их называли. «Сегодня этот лагерь — райское местечко по сравнению с тем, чем он был 2 года назад. Тогда Буна была адом на земле. Ни воды, ни одеял, меньше супа, хлеба тоже меньше. Мороз
по ночам доходил до 30 градусов, а мы спали почти голыми. Каждый день умирали сотни заключенных. Работа была невыносимо тяжелая. Капу получили приказ ежедневно убивать определенное количество заключенных. Селекцию проводили каждую неделю. Безжалостный отбор. Да видит Бог, вы везучие. «Хватит! Замолчите!» — взмолился я. «Да расскажите ваши истории завтра утром или когда-нибудь в другой раз!» Они покатывались со смеху. Их не просто так называли ветеранами. «Тебе страшно? Мы тоже боялись. Нам тоже было чего бояться раньше». Старики остались в своих углах, молчаливые, неподвижные, затравленные. Многие молились. Час от строчки. Через час мы узнаем приговор. Смерть или жизнь? Пока. Я вдруг вспомнил об отце. Он ужасно постарел и может и не пройти селекцию. «Ахтунг!» Мгновенно установилась тишина. «Слушайте меня внимательно. Впервые я услышал, как у нашего старости дрогнул голос. Сейчас начнется селекция. Вы разденетесь догола и по очереди пройдете перед эсэсовскими врачами. Надеюсь, каждого это удастся. Но вы должны увеличить свои шансы. Перед тем, как зайти к врачам, разомнитесь, чтобы кровь быстрее бежала по жилам. Не тащитесь нога за ногу. Бегите, как будто за вами гонятся адские псы. Не смотрите на эсэсовцев. Бегите, глядя прямо перед собой». Он помолчал, потом добавил: «Бегите, и главное, не бойтесь!» Воспользоваться этим советом каждому из нас хотелось больше всего. Если получится. Я разделся и сложил свою одежду на койке. Голые заключенные стояли в проходах. Наверное, именно так люди будут выглядеть на страшном суде. Thank you.
Идут. Трое эсэсовцев и доктор Менгеле. Тот самый, что принимал нас в Биркенау. Староста, натужно улыбаясь, спросил: «Готовы?» Да, мы были готовы. Как и врачи эсэсовцы. Доктор Менгеле держал в руке список с номерами. Первыми прошли важные особы блока. Старосты, капа, бригадиры. Все, естественно, в отличной физической форме. Потом настал черед рядовых заключенных. Доктор Менгеле внимательно оглядывал каждого с головы до ног и время от времени ставил галочку рядом с номером заключенного. Я думал тогда только об одном. Только бы не пришлось показывать левую руку. Кто-то подтолкнул меня в спину. Пора. Я бежал, не оглядываясь. Под черепом стучали мысли. Ты слишком худой, ты слаб, ты слишком худой. Ты только для дымохода и годишься. Мне казалось, что мой бег никогда не кончится, что он длится много лет. Наконец-то, совершенно измученный, я прошел эту дистанцию. Он меня записал. Нет, ведь ты мчался, как заяц. Я засмеялся, почувствовал себя таким счастливым, что мне захотелось его обнять. В это мгновение мне не было дела до других людей. Меня не записали. Те, чьи номера были записаны, стояли в стороне, покинутые целым миром. Некоторые из них беззвучно плакали. Теперь было неважно, что работа тяжелая. Главным было оказаться подальше от блока, от горнила смерти, от сердцевины ада. Thank you.
Я заметил бегущего ко мне отца и вдруг испугался. Что случилось? Он задыхался и не мог вымолвить ни слова. Я тоже, мне тоже. Мне приказали остаться в лагере. Он не заметил, что они записали его номер. Что же делать? Ужаснулся я. Отец попытался меня успокоить. Наверняка ничего не известно. Шанс на спасение еще есть. Сегодня будет вторая селекция. Окончательная. Я молчал. Я чувствовал, как время ускользало из его рук. Он говорил быстро. Ему так много хотелось мне сказать. Он путался в словах, запинался, зная, что через несколько минут я должен буду уйти. И он останется один. Совсем один. «Вот, держи нож», — попросил он. «Мне он больше не нужен. А тебе может понадобиться, пригодится. Ложку тоже возьми. И никому не продавай. Ну же, бери». Наследство. Я боялся, что к вечеру останусь совсем один в этом, пусть страшном, но все-таки мире, в этой страшной, но все-таки жизни. Лучше бы мне было умереть прямо здесь, на стройплощадке. Наконец-то мы двинулись назад. Мы шли стройным шагом, а мне хотелось мчаться со всех ног. Вот уже ворота, лагерь. Я кинулся к блоку 36, блоку моего отца. Случаются еще чудеса на земле. Отец жив. Он избежал второго отбора. Сумел доказать, что еще может быть полезен. Я вернул ему нож и ложку. На следующий день по лагерю прошел слух, что фронт неожиданно приблизился. Красная армия наступает, будет рядом с Боной уже через несколько часов. Эвакуация. Лагерь закроют. Нас отправят в тыл. Я не думала о смерти, но с отцом не расставаться не хотелось. Мы столько вынесли вместе, так много перестрадали. Не разлучимся и теперь. Холод стоял невыносимый. Мы разошлись по койкам. Последняя ночь
в Буне. Еще одна последняя ночь. Последняя ночь в родном доме. Последняя ночь в гетто. Последняя ночь в вагоне. И вот теперь последняя ночь в лагере. Как долго наша жизнь будет тащиться от одной последней ночи к другой. На следующее утро лагерь совершенно переменился. Обстановка напоминала маскарад. Надеясь защититься от холода, люди напялили на себя по нескольку одежек. Кто сколько мог, и стали похожи на жалких шутов, скорее широких, чем высоких, скорее мертвых, чем живых. Несчастные клоуны с лицами призраков в каждодневных робах. В 6 часов подал голос колокол, траурный набат. Сейчас процессия тронется в путь. Строится живо. За несколько секунд мы встали в шеренги. Наступила ночь. Все шло по плану. Зажглись прожекторы. Из темноты возникли сотни вооруженных эсэсовцев с собаками. Пушистые хлопья снега кружились в воздухе. Ворота лагеря открылись. Ночь по ту сторону казалась еще чернее. Началось движение. Узники первых блоков стали выходить. Мы ждали. Нам предстояло дождаться выхода заключенных. 56 блоков. Было ужасно холодно. У меня в кармане лежали 2 куска хлеба. Как же мне хотелось их сразу съесть. Но нельзя, не сейчас. Приближалась наша очередь. Блок 53, блок 55, 57 блок. Вперед, шагом марш. А снег падал и падал. Ледяной ветер кидался на нас, но мы шли вперед, стараясь не столкнуться и не упасть. Эсэсовцы подгоняли нас. «Шевелитесь, мерзавцы! Вперед, поганые псы!» Прибавить шагу? Почему бы и нет? Это разогреет кровь. Позволит слово почувствовать себя живыми. Еще быстрее, грязные твари. Мы уже не шли, а бежали, как роботы. Эсэсовцы тоже бежали с автоматами. Наперевес. Будто гнались за нами. Ночь черная, как смоль. Время от времени раздавались выстрелы. Конвой получил приказ избавляться от тех, кто не мог выдержать темп. И они не отказывали себе в этом удовольствии. Стоило хоть кому-нибудь остановиться, хоть на секунду, и пуля обрывала жизнь ленивой скотиной. Я машинально переставлял ноги, толкал вперед изможденное, но все-таки еще невыносимо тяжелое тело. Ах, если бы только можно было избавиться от этой оболочки. Я гнал прочь дикую мысль, но все равно чувствовал, что раздваиваюсь. Я ненавидел собственное тело. Повторял себе: прекрати думать, не останавливайся, беги! Oh, 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 oh.
Недалеко от меня многие люди падали в грязный снег. И тут же раздавался выстрел. Все было кончено. Рядом со мной бежал молодой поляк Залман. Он тоже работал на складе электрооборудования. Над ним издевались за набожность и готовность в любой момент вступить в обсуждение какой-нибудь талмудической темы. Так Залман уходил от реальности, забывал о побоях и унижениях. У него внезапно прихватило живот. «Ужас, так больно!» — шептал бедолага. «Потерпи еще немного!» — уговаривал я. «Скоро привал. Не будем же мы бежать до скончания мира!» Но внезапно Залман расстегнул штаны и крикнул мне: «Не могу больше. Мой живот сейчас взорвется. Держись, Залман, держись! Не могу!» Простонал он и упал. Таким я его и запомнил, со спущенными штанами. Никто не заметил случившегося. Я не думаю, что он погиб от пули эсэсовца. Скорее всего, его затоптали бежавшие следом за ним тысячи мужчин. Thank you.
Смерть подкралась совсем близко. Приникла ко мне, готовясь задушить. Я чувствовал, что могу прикоснуться к ней, умереть, перестать быть. Эта мысль завораживала покончить со страданиями. Но никто не хотел сдаваться сейчас, в конце пути, когда цель так близка. Прошло еще много часов, прежде чем мы оказались у ворот лагеря. Капа быстро распределили нас по баракам. Люди толкались, отпихивали друг друга, пытаясь раньше других войти. Как будто перед ними было самое желанное убежище, ворота на свободу. Топтали скривившиеся от боли тела, наступали на растоптанные лица. Нас с отцом тоже сбила с ног приливная волна, двигавшаяся за нами людей, и мы упали. Под нашими ногами кто-то прохрипел: «Не давите меня, не давите, умоляю». Я пытался подняться или хоть бы отодвинуться в сторону, чтобы лежавший внизу человек мог глотнуть воздуха, но я сам едва дышал, придавлено чьим-то телом. Внезапно я вспомнил этот голос. Юлик. Это был варшавянин Юлик, скрипач из оркестра Буны. Юлик, это ты? Юлик, не молчи, Юлик, слышишь меня? Да, ответил он сдавленным голосом. Чего тебе? Значит, ты жив. Я боюсь, как бы не сломали мою скрипку. Она со мной, пробормотал он. Ответить я не успел. Кто-то рухнул на меня всей тяжестью, придавил мне лицо. Я не мог больше дышать ни через рот, ни через нос. Это был конец, конец пути. Тихая смерть через удушение. Я пробовал освободиться, столкнуть невидимого убийцу. Я знаю лишь, что мне удалось сдвинуть его в сторону и проделать дыру в стене агонизирующих тел. Сквозь эту щель я смог втянуть немного воздуха в легкие. Из тревожных раздумий меня вырвал голос скрипки. Она пела в мрачном бараке, где мертвые громоздились на живых. Что же за безумец играет на краю собственной могилы? Или это галлюцинация? Это должен был быть Юлик. Он в полной тишине исполнял отрывок из концерта Бетховена. Я никогда не слышал таких чистых звуков. Как ему удалось вылезти, проползти под моим телом?
Почему я ничего не почувствовал? Он в непроглядной темноте. Я и слышал только скрипку. Юлик превратил в смычок собственную душу. Он играл свою жизнь. Вся его жизнь скользила по струнам. Они говорили с миром о его утраченных надеждах, о его испепеленном прошлом, о его угасшем будущем. Он играл так, как никогда больше не смог бы играть. Я всегда буду помнить Юлика. Разве можно забыть концерт для слушателей, среди которых были умирающие да мертвецы? Сегодня, слушая Бетховена, я закрываю глаза, и из темноты выплывает бледное, печальное лицо моего товарища поляка, которому скрипка в последний час его жизни помогла проститься с живыми и отдать последний поклон мертвецам. Я не знаю, как долго он играл. Меня сморил сон. А когда занялся день, я открыл глаза и увидел мертвого Юлика, изогнутого, лежавшего напротив меня. Рядом валялась растоптанная, убитая скрипка. И это маленькое раздавленное тельце перевернуло мне душу. Мы провели в этом лагере 3 суток. 3 дня без еды и воды. Фронт катился за нами по пятам. Залпы пушечных орудий звучали совсем близко. Мы узнали, что нас депортируют дальше, вглубь Германии. Лишь поздно вечером пришел бесконечно длинный поезд, состоявший из открытых вагонов для перевозки скота. Эсэсовцы загнали нас внутрь по 100 человек в каждый вагон. Мы прижимались друг к другу, пытаясь таким образом лучше противостоять холоду, обрывки ненужных воспоминаний, грузившихся в пустой, тяжелой голове, не могли победить сковавшее мозг безразличие.
Какая разница, где умирать, здесь или в другом месте, сегодня, завтра или через несколько дней. Ночь все длилась, и казалась нескончаемой. В тусклом свете занимающегося дня я увидел нагромождение тел. Я попытался отличить живых от мертвых, но не смог этого сделать. Отличия больше не было. Неожиданно я ясно осознал, что нам больше незачем жить, что у нас больше нет оснований бороться дальше. Поезд остановился посреди какого-то покинутого лагеря. Эсэсовцы бегали вдоль состава, выкрикивали команды: «Выбрасывайте мертвых, все трупы долой!» Добровольцы взялись за работу. «Вот еще один. Берем!» Мертвеца раздевали и, выжившись с жадностью, делили между собой его одежду. Потом два могильщика брали труп за руки и за ноги, раскачивали его и выкладывали из вагона, словно мешок с мукой. Я вышел из ступора, только когда двое мужчин подошли к моему отцу. Я бросился на его холодное тело, начал бить его по щекам, растирал руки и звал: «Отец, отец, просыпайся, не то тебя выкинут из вагона!» Но его тело оставалось неподвижным. Один из могильщиков схватил меня за шиворот: «Оставь его, он мертв, разве не видишь?» «Нет!» — кричал я. «Он не мертв! Он еще жив!» С удвоенным усилием я снова ударил его по щекам. Через мгновение отец приоткрыл помутневшие глаза и слабо задышал. «Ну вот, я же говорил!» — воскликнул он. Могильщик пошел дальше. Из нашего вагона выкинули не меньше 20 трупов. Затем поезд поехал дальше. Vaberocho hamshuleshes batora kesuva yedei Moshe. Kesuva yedei Moshe. Amurami
Последний день нашего скорбного пути поднялась страшная буря. Снег, не переставая, падал с небес. Мы чувствовали, что на сей раз конец действительно близок. Этот ледяной ветер, этот ураган невозможно было долго выдерживать. На открытом воздухе, в вагонах для скота, живя много дней без еды. Кто-то вскочил и закричал: «При такой погоде нельзя все время сидеть! Мы замерзнем насмерть! Вставайте все! Нужно хоть немножко подвигаться!» Мы встали. Каждый прижимал к себе свое промерзшее одеяло. Мы попытались сделать несколько шагов и подвигаться на месте. И вдруг в вагоне раздался вопль. Такие звуки издают перед смертью раненые звери. Кто-то только что выдохнул свою душу. Остальные, чувствуя, что тоже стоят на пороге смерти, стали подражать его крику. Их голоса слились в замогильный хор. Скоро кричали все. Сквозь ветер и снег пронеслась волна жалоб, стонов, рыданий и криков отчаяния. Истерика заразила людей и в других вагонах. Вскоре раздались одновременно тысячи криков. Мы протестовали, но не знали, зачем и против кого. Это был предсмертный хрип всего эшелона. Каждый из нас чувствовал, что его конец был близок. Мы переступили предел возможного. Сил ни у кого не оставалось, а ночь никак не хотела заканчиваться. При отправлении в вагон вошли 100 человек, а живыми до лагеря добрались не больше дюжины, в том числе и мой отец. Мы прибыли в Бухенвальд. Чуть-чуть я не дом теперь.
У ворот лагеря нас ожидали эсэсовцы. Нас пересчитали и отправили на плац. Недалеко от нас возвышалась труба газовой камеры. Но она больше не пугала нас. Мы даже не обращали на нее внимания. Многие из нас даже стоять не могли и садились в снег. Моего отца совсем не держали ноги. Я не могу больше. Все кончено. Сейчас я умру. Глухо стонал он. Он потянул меня к куче тел, прикрытых обрывками одеял и снегом. Оставь меня. Я больше не могу. Пожалей отца. Я подожду здесь нашей очереди. Ты потом за мной придешь. От бессильной ярости я едва не разрыдался. Мы так много пережили, столько выстрадали. Так неужели я позволю отцу умереть? Сейчас, когда вот-вот можно будет согреться под горячим душем и поспать. «Папа!» — закричал я. «Отец, вставай немедленно! Ты себя убиваешь!» Я тащил его за руку, а он сопротивлялся и продолжал вздыхать. «Не кричи, сын! Сжалься над своим старым отцом! Дай мне отдохнуть! Хоть чуть-чуть! Умоляю тебя! Я ужасно устал! Силы мои закончились!» Он уподобился ребенку, слабому, пугливому, беззащитному. «Папа!» — кричал я. «Ты не можешь тут оставаться!» Я кивнул на лежащие вокруг трупы. «Они тоже хотели только немножко отдохнуть здесь!» «Я вижу, сынок, я все вижу. Пусть спят!» Они так давно не смыкали глаз. «Эти люди, они так устали!» Его голос звучал очень нежно. Я заорал, перекрикивая ветер. «Они уже не проснутся! Никогда! Понимаешь?» Внезапно он сел и притянул меня к себе. Он говорил все быстрее, словно боясь не успеть высказаться. Я пытался объяснить ему, что ничего еще не потеряно, что мы вместе вернемся домой. Но отец не хотел меня слушать, просто не мог. Запас его жизненных сил подошли к концу. Из уголка губ текла слюна пополам с кровью. Глаза были закрыты. Он задыхался. Мы долго припирались, но я чувствовала, что веду спор не с отцом, а с самой смертью, со смертью, которую его уже выбрала. Yeah.
Я проснулся на рассвете 29 января. На месте отца на нарах лежал другой больной. Наверное, его еще до рассвета унесли в газовую камеру. А вдруг он еще дышал? Никто не прочел поминальную молитву для моего отца. Никто не зажег свечу в память о нем. Последним словом, которое он произнес, было мое имя. А я не ответил на зов. Я не плакал и от этого чувствовал себя еще хуже. Но слез не было из глубины моего. Исковерканного сознания вырвался вздох облегчения. Наконец-то свободен. В 6 часов вечера 11 апреля у ворот Бухенвальда появился первый американский танк. Через 3 дня после освобождения лагеря я отправился, и меня перевезли в госпиталь. 2 недели я находился между жизнью и смертью. Наступил день, когда я наконец смог, приложив все свои силы, подняться. Я хотел посмотреть в зеркало, висевшее на противоположной стене. Последний раз я смотрел в зеркало еще в гетто. Из серебристой глубины прямо мне в глаза смотрел труп. Этот взгляд пребудет со мной вечно.